Хей, йоу, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. Так, ладно, погнали. New Runs и Run Damage. Кто же у нас будет? И это Лазарис. Короче, тянка. Так, реролл, как обычно, ребята. Так, у нее есть контишка, есть дополнительная жизнь. Это неплохо. Как вы помните, мы с вами просто реролим комнаты до того момента, пока что-то не выпадет хорошее. Теневой малыш. 5 бомб. И... такой себе. Я знаю, что нужно проходить... чисто. А, у нас еще с вами эти рандомные. Power Pills. У нее сломалась прическа. Energy. Что здесь? А, магнит. Не магнит, а самонаводка. Такое себе. Понятно. Чувствую, мне не везет. Не все потеряно. Если же сейчас будет bad drop, то да, все потеряно. И слабый дамаг. Давайте, ладно. Хорошо. Пускай даже если на единицу увеличит урон, мы будем играть. Идет? Все. Да чувство, когда нету у тебя бомбы. Да, прикольно, проклятие. Атакующая муха, это фигня. Реролл. Шипуста. Понятно. Реролл. На самом деле... ай, боже, да ладно вам. Просто одни шипастые комнаты. Без дропа. Давай, дроп. Класс. Хорошо. Давай на тебя рассчитываем. Кровавая слеза. Ну, не слеза, а кровь. Вернем. Моча. Прикольно. Еще лучше, знаете... еще не хватает зеленого. Часть гарпии. В принципе, почему бы и нет. У нас будет с вами две возрождалки, если сейчас... да, мы продолжаем играть за этого. Так, давайте я немного музыку потише сделаю все-таки. Хотя сделать можно вот так. Opens. Так. Или нет? Или музыка все-таки орет? Блин, не знаю. Как оно на записи? Ну, в принципе, на записи оно нормально. Ладно, давайте тогда так. Золотая карта. Good. Получать больше и больше красных сердец. Почему бы и нет? Ну, конечно, мы это сделаем после... хотя можно и сейчас заюзать. Ой-ой-ой. Замунил сразу двоих, говнюк. Я вот тут просто думаю, что... так, это взрывной, да, кажется? Нет. Что мне нужно? Использовать карту в конце уровня, а потом будем типа юзать нормально. Так, можно бомбу? Мне бомба нужна. И сердце нужно. Что-то мне по дропу не очень везет. Да уж, если мне бомбы вообще не будут падать, это херово. Но я в чулане.
И там хар. А, у меня бомба есть, у меня ключей нету. Ладно. Так, ломаем кокульки. Сразу из двух меня выпали. Ой, чуть не атаковал меня. Монетки, монетки. Давай, еще отсюда монетка, да? Нет. Нас везет хотя бы по монетам. Ладно, тогда здесь нужно три камня. Здесь одного хватит. Так, хорошо, допустим. Здесь у нас есть сердце. Мы его здесь и оставим. Тихо. Замонили. Где, где, где? Так, еще одну бомбу. Отлично. Так, за сердцами я приду уже на обратном пути. Черт. Ладно, нужно было сначала все проверить. Вот сейчас бы я мог два ключа взять с собой. А в конце концов я в пролете. Ладно, нормально. Ладно, нормально. Пинг, пинг, пинги. Зараза ты прикручая. Не опасен нифига ты. Только что у меня урона нету, вот это да, минус. Шот. А так. Так, ладно, теперь можно и юзать. А хотя даже если так, я все равно получаю красное сердце. Один ключ у меня есть, ладно, для золотой комнаты. Так, тогда карту юзаю. Вот что, даже половина красных сердец не упала, это вот плохо. Давай, падай, падай. Это довольно очень плохо. Так, адская сделка есть у меня. Шанс. Так, рыгальки, рыгальки, рыгальки. Тихо. Гордон-то мне не страшен, а вот он страшен. Кокульки какие-то быстрее стали. Были медленнее, теперь быстрее стали. Ай-яй-яй, ай-яй. Что делает? Если не ошибаюсь, это нога. Да-да-да. Это хорошая вещь. Просто кучками будет убивать. Молодец. Получаем одну монету. Заходим. Приветик. Так, можно купить одну бомбу. Либо можно купить карту. Я, конечно, такой, чтобы купить здесь вот эти три вещи. Ну, хотя бы вот эти две. То есть сделать так. Или хватит одной. Ай-яй-яй-яй. Ладно, давайте вот так сделаю и пойдем. Так, значит, здесь я не буду использовать уже карту. Только на выходе. Так. Ай-яй, ай-яй. Так, хорошо. Сила. Довольно офигительный предмет. Он двоих одной ногой убил? Нихера себе ты. Ждешь. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Я могу использовать его, зайдя в босс-комнату потом. Сейчас покажу, как это все провернется, это дело. Это все задумочка хорошая. Хотя ладно, использую карту сейчас, то что у меня еще синих много. Ни самоних, ни самоних. Атакующая, тварь. Сердце как раз дали. Ой-ой-ой, ты чё? Не-не-не, камикадзики.
Так, плюс бомба. Блин, а тогда мне придется еще возвращаться обратно. Да, хотя... Мне все равно сейчас взрывать нужно будет камень. Забираю тебя. Да, я приду за ними. Главное, что они не пропадают. Насчет карты. Карту, я думаю... Карту использовать я пока что не буду. Так. Плюс хп. Ну, как я могу отказаться? Tears down. Strength. Ладно, собираем. Пипец, у меня все по низким стало. Ну, понятно, это карта аж. Зачем я использовал карту? Вот я дурень. А, не суть. Все равно красных сердец у меня будет много. КД, ну, прилично, ладно, и дамага нормально. Должно хватать. Хотя у Азазеля побольше будет. Стоит ли заходить? О! Тут ради этого можно зайти. Да, урона у меня... Не хватает. Минус. Хорош. Монеты. Юзаем карту. Сломай его, сломай и... Ай, блин, он эти не ломает. И без там ренджа. Хотя... Ну ладно, пускай будет. Все равно ничего не изменится. Молодца. Ножницы. Сделаем вот сейчас вот как. Я найду босса. Так, лакап. Если смотреть на то, что у меня удачи все равно не было. Локап. Блин, хотя я мог бы успеть, ладно. Карта у меня заряжена. Делаем тогда прожатие раз. Берем карту. Если будет босс, я пойду лучше за ножницами. Точно, ножницы. Ножницы, стоять. Как я сразу не понял. Оп. Ладно. Ни плюс, ни минус. Скажу так. Ножницы штука идеальная. Особенно против боссов, но... ХП... Плюс у меня сейчас адские сделки только будут. Засамонили, ребят. А да-да. Хорош. Так, еще одна энергия. Молодец, теперь помоги мне. Да ладно, какой он плотный. Батарейка? Найс! Тимс, вот. А, мне все равно не хватит. Ладно. Так уж и быть.
Так, со следующей карты мне, по идее, должны дать нового персонажа. Ну. Хотя можно сразу взять уже ножницы. Или нет. Или нет. Да, пойдемте за ножницами. Там, кажется, если не ошибаюсь, нужно, чтобы было... Ай, а я тогда... Не-не-не, я ж тогда просираю этот. На сделке что же. Ладно, и так сойдет. Если повезет с комнатой, значит... Ну, с Саской. Значит, мы с вами пойдем. Да, повезло. Шанс того, что дропнется то, что мне нужно. Ну, вещь. Последний. Сердце, ладно, тоже нормально. Как раз... Блин, я не знаю. Ладно, давайте с картой уже пройдем. Будет у нас Святой Лазарис, да? Медгалис открыто, плюс еще у нас танк открыт. Новый челлендж. Кусачьи комнаты. Отлично. Плюс еще один персонаж на рандомную игру. Так, шипастая комната у нас есть, это раз. И мага... Так, пилюли. И да. Speed up. Speed up. Very good. Ладно. Потери... Блин. А теперь, вы знаете, я не хочу даже карту проюзать. А не, у меня должны эти же пропадать. Как они называются? Не черные сердца, а синие. Ну, серые. Ладно. Если называть все своими именами. Ух, опасный один был гриб. Ну, батарейки. А что мне тут с длиной? Не очень, да? Да не-не-не, бластер он пуляет полностью, поэтому я лучше на батарейке сяду. Ключник. Троллс бомб. Да, его взрывает. Плюс один ключ. Считайте, ничего не потратил. Только вот что мне нужно, это дамаг. Все, остался мне только дамаг. Окей, засамоним. Пробежали, заходим. Фигня. Фигня. Так, пояс чемпиона. И рюкзак. Пояс чемпиона. Плюс дамаг. И за дамага только беру. И все. Отлично. Соберем 7 монет. И это еще лучше. Чего эти такие быстрые? Так, Тирзар. Так, там еще у меня комната одна. Оп. Минус. Давай, давай, беги, беги на меня. Ой, я что-то остановился. Так, плюс дополнительный рукав. И что здесь у нас? Дамаг. Ай, блин, коцнулся все-таки. Все-таки коцнулся. Все-таки. Так, что у нас тогда? Пойдемте. Или нет? Нет, давайте все-таки я заряжу. С аккумулятор. Ну, не аккумулятор, а ХПшник.
Блин, а у меня этих мало осталось. Серых. Мне потом сделок уже не будет. Нужно что-то придумать. Ладно, добавляем все сердца. У меня один ключ остался. Берем карту. И тогда думаем. Но карту я использую на боссе, хорошо. Так, здесь бомбу использовать. Ладно, использую две бомбы. Ништяк. Плюс гриб. Small and speed. Просто зашибись. Сейчас я буду, во-первых, фул хпшный. И карту можно будет уже выкидывать. Теперь мне нужно будет только искать эти... Ну, вы поняли. Сердца. Так, нужно эти начать ломать. Не одна бомба, да? Ладно, если выпадет вдруг Ball of Steel, у меня ж... Full хп, отлично. А, смысл, правильно. Ладно, у них страх. Отлично, два ключа. У меня теперь 5 ключей всего. Что-то ключей мало, много стало. Эх, черт. Вот выпала бы сейчас мне бомба. Если бы только выпала бомба. Так, ладно, карту уже юзать не буду. Мне нужно замену ей найти. Можно зайти в магазин, а даже если зайду, то у меня денег нету. Окей. Я могу зайти, потратив пол сердца. И улететь. Сделаем так, как я говорю. Зайти просто так, чтобы задамажиться. Прикольно. У меня нету бомб. Мне нужны бомбы. Вон моя бомба. Ключи дофига, бомб нифига. Что, коцнулся на 2 сердца? А, не, я тогда на фул хпс. Коцнулся. Вот черт. Дерьмо уходит у нас. Очень дерьмо выходит. Ух, черт. Там. Блин, херово. Давай, придави его. Так, еще одна розовая девочка. Блин, да, что-то я чувствую, мне не везет. Ладно, раз. Это так уж и быть. Призрака я не возьму, потому что там камни и шипы. Шипы наносят full damage. Даже зайду, смысла нет, снова же. Ладно, прожму хотя бы карту. Прикольно. Ага, придавит. Тут секретка есть. У Старс. Хорошо. О, еще один такой противный камень. Телепорт to Devil. Отлично.
В принципе, если у меня сорвется сделка, можно будет и телепортнуться. Хорошо, есть еще полз. О, что мне дали? Это уже неплохо. Бомба всегда хорошо. Бомба это хорошо. Так, магазин. Да ладно, пойдемте, у меня все равно ключей много. Задонатить. Да давайте. Донат машин. Так, теперь телупилс. Зеркало, это отвратительно. Даже брать не буду. Почему я его убить не могу? Так, заюзать. Или не надо? Да ладно, не буду юзать. Мясной тип. Минус, еще одна монета. Это у нас последний этаж. А, здесь по идее... Хотя нет, есть шанс на адскую комнату, поэтому... Поэтому спешить не буду. Черт. Даже спешить не буду. Так, две бомбы у меня всего лишь. Зря бомбу тратить не хочу. Так. Тут Дэвил. Вам Джаджмент. Спасибо. Так, заюзаю. Так, дамаг. В принципе, он мне не нужен. Не очень такая важная вещь. Плюс два дамага. Я дамаг буду получать за счет их. Так, два ключа. Не вижу ничего плохого. Ну, я могу зайти еще в эту комнату. Ну, не в комнату, взорвать. Маска плюс сердце. Отлично. Так, плюс еще карта. И поехали. О, это еще. Экстренный случай у нас. Чемпионская версия выпала. Отлично, еще один шприц. У нас три сердца. Не вижу смысла отказываться. Смотря на то, что у нас здесь синие сердца валяются. Сделаю сразу полную. Идемте дальше. Так, все, я фул. Ай, блин, точняк, я же фул был все равно. Ладно. Отстаньте, зажимаю. О, я думал, меня зажали жестко. Так, ключ. Теперь только понимать, куда мне идти. Так, минус. Да, с этим будет еще быстрее. Только он, что он громкий, нужно будет какой-то мод поставить, чтобы он так громко не издавал этот звук. Уж бесит. Нет, оставил там. Молодец. Зайти. Почему бы и нет? Боится гаденыш, главное и ко мне телепортируется. Молодец, плюс грина.
Плюс бомба, плюс грина. Давайте, открывайтесь. Так, ключ. 14 ключей. Нужно ключника найти. Хотя попытаться. О, это еще размножитель. Ё-моё, был, оказывается. Так, монетка. У нас что, Excel? Да нет. А все происходит, как будто в Excel играю. Слишком большие уровни. Не, ключ там, да, хороший. Оп. И верну свой размер нормальный. Хотя, с другой стороны, неудобно будет. Да, вот это идет. Так, тирзап. Открываем. Конфеты. Тирзап. Еще одна. Еще одна. Очень много терзы. Давай, давай, давай. Так, минус. Давайте, ладно, все-таки сбегаем. Так, здесь же шипов уже нету, все. Все-таки сбегаю в шипастую. Блин, а я ж... Хотя лампа срать. Хотя ладно, посрать. Потрачу два сердца, так уж и быть. Типа как-то так. Типа как-то так. Если... Так. Я не понял. А где моя карта? Бля, только не говорите, что она превратилась. Серьезно? Короче, моя карта, походу, превратилась в таблетку. Бегаем. Бегаем. Ладно, возьмем еды. Идем дальше. Идемте дальше. Я знаю, что я фулл хп. О, здорово, приятель. Давай, у меня всего лишь каких-то странных 14 монеток. Удача. С одного же раза. Ай, глаза можно ломать, оказывается. Клещ — это фигня. Возьму ключа, минус все мои эти. Так, кстати, теперь у меня аж не фулл хп. Мысленно размножился. Мысли он размножился. Да, это жестко. Да-да, это жестко. Готово. Идем тогда по прямой. Минус. Сейчас создам себе. Я понял. Таблетки. Так, там. Все. Создаем раз сердце. Создаем два сердца. Дерзуныч. Из-за вас, сраных терзапов. Блин, а я сделку просру, да? Жизнь, да. Почему тут так много разделяющихся именно на этих версий чемпионов? Я убью, короче, сердце, а потом, если не откроется, тогда уж пойду в этот. Так, тихо, я понял. Thank you.
минус. Минус. Спасибо за ключ. Монета. Ух. Ё-моё. Так, бомба. Плохая монета. Не хочу плохую монету брать. Да уж. Нынче уворачиваться от сердца не так уж просто. Ай, блин, даже есть... О! А-а-а, всё. Оно живой получил, что-то еще. Нихера там вещей открылось. А смысл мне идти? Я проиграю. Новые враги у меня появились. Ту-ту-ту-ту-ту. Не вижу я смысла. Прыгаем в сундук и заканчиваем на этом. Это оно живое. Так, новый бейбик, оно живое. Новый челлендж, челленджи, челленджи, челленджи. Новый вид подвала. Ну что, всем спасибо за просмотр. Ладно, я понял. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. Всем пока.